53-м международном зимнем марафоне «Дорога жизни», посвященном 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады, приняли участие более 4500 человек. Дети, молодежь, отважились и ветераны. Им предстояло пробежать одну из четырех дистанций в 1, 5, 10 или 42 километра. 5, 4, 3, 2, 1, Марафонскую дистанцию выбрал для себя и сотрудник Одинцовского молодежного центра Андрей Ткачук. Мы бежим сегодня 42 километра. С нами бегут ребята из Звенигорода. Я надеюсь их найти на дистанции хотя бы. Вот. И, соответственно, вы видите, погода тактическая, народу очень много. Ранее Андрей с единомышленниками участвовал в марафоне дистанционно. Предлагаемые дистанции они пробегали в Одинцове. В этом году удалось выехать в Санкт-Петербург, принять личное участие в забеге. Андрей бежит под номером 3994. Тема блокадного Ленинграда ему близка. У меня 4 человека. 4 человека, 2 из которых освобождали Ленинград, 2 из которых эвакуировались, один, к сожалению, в эвакуации погиб по дороге. Вот, поэтому личная история есть. Подробнее о поездке Одинцовской делегации в Санкт-Петербург и участии в марафоне смотрите в программе «Специальный репортаж» сразу после выпуска новостей. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».